Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проведем краткий обзор снегоуборочной техники и подскажем, как грамотно подобрать снегоуборщик непосредственно для ваших целей. Перед каждым из нас стоит вопрос, как же все-таки сделать выбор из того обилия моделей и фирм, которые выпускают снегоуборочные агрегаты. Итак, какие все-таки критерии нам следует учитывать при подборе снегоуборочной техники? Самым важным фактором при подборе снегоуборочного агрегата является площадь обрабатываемого участка. Исходя из площади обрабатываемого участка, мы подбираем ширину захвата и мощность двигателя. Вторым важным фактором является планировка участка. Исходя из планировки участка, мы также подбираем ширину обработки и наличие блокировки колес. Помимо основных характеристик, снегоуборщики будут отличаться друг от друга функционалом. Рассмотрим основные особенности на примере конкретной модели Husqvarna ST276EP. Почему же это будет Husqvarna ST276EP? Потому что в этой модели сосредоточены как раз те функции, о которых мы хотели рассказать. На что же следует обращать внимание при подборе снегоуборщика? То есть это ширина захвата, высота захвата, наличие либо отсутствие подрезчика кромок сугроба. Также вторым немаловажным фактором является материал, из которого изготовлен желоб снегоотбрасывателя. Он может быть металлическим, может быть пластиковым. Третий фактор, на который стоит обратить внимание, это высота колес и наличие агрессивного протектора, который будет хорошо цепляться за зимнюю поверхность. Помимо колесной, существует гусеничная снегоуборочная техника, которая используется для больших площадей и особо тяжелых работ. Отличием трехступенчатых снегоуборочных машин является наличие центрального шнека, который дополнительно измельчает снег и силой набрасывает его на лопатки ротора. На что же еще следует обратить внимание, это прежде всего двигатель. Двигатель может быть зимним и может быть летним. Что же такое зимний и летний двигатель? Ну, само по себе название зимний и летний двигатель подразумевает, что летний двигатель эксплуатируется летом, а зимний – зимой. Зимний двигатель находится в кожухе, который не позволяет влаге попасть в жизненно важные узлы. Многие задают вопрос, почему производитель ставит летний двигатель на зимнюю технику. Ну, прежде всего, это вопрос цены. Зимний двигатель изначально будет дороже, чем летний. У данной модели все рукоятки управления сосредоточены на панели оператора, что дает вам возможность комфортно и удобно управлять снегоуборщиком. То есть это рукоятка привода шнеком, рукоятка привода колес, рукоятка направления выброса и рукоятка высоты выброса. Также рукояточка предвыбора скорости. Приятная функция подогрева рукояток. Удобство и точность управления обеспечивают рукоятки блокировки колес. Для запуска вы можете использовать как и кикстартер, так и электростарт. Так как уборка снега происходит в основном в темное время суток, либо с утра, либо вечером, для удобства послужит фара. Наличие или отсутствие приятных мелочей будет, конечно же, сказываться на стоимости снегоуборщика. Друзья, надеюсь, этот сюжет был вам интересен, так что подписывайтесь, впереди еще много всего интересного.